Пить плохо, курить тоже плохо. Занимайтесь спортом, танцуйте танцы. Приходите к нам. Да. Реклама. Кто? Средний. Это ты ему вызов бросила? Hello, everybody. We are everybody. Почему напишем то, что мы комфортные? We are TBM, and today we are watching this video. Саугузди Хегим. Который вы все так просили. Включайте, меня заставили это делать. Да. Да. Куда? Ой. Ты не то включил. Ты женщина. А это? Вот он. Меняю реакцию. Моргни два раза, если тебя здесь держит заложник. Никит. Фига он модный для такого района. Это его фишка таскать с собой толпу чуваков, которые... Это BTS, ты не понимаешь. А их, кстати, шестеро. А сука, реально, да? Слушай. Капец. Сейчас, unforgive us. Столет такой, йоу. Я отошлю от реакции. Йоу. Не успели немножко. Как в игре, знаешь, что ходишь, а NPC такой, ой, йоу. Он, мне кажется, сумеет кого-то. Да не надо. Палочками. Бляха. Ладно, я больше не буду шутить, извини, пожалуйста. Романтика опасных кварталов. Ё-моё, его прям нравится басит там. У них у всех есть запасное лицо, не переживай. Шуга-леди. Мафия. Дэйди Шуга. Я хочу такой плащ. Мужчина бы такого, ну, понимаю. Ой, Трамп, да. Ну, это отсылка к предыдущему. Да, я знаю. Я понял, что круто добавили. Красиво говорит. Красиво курит. Некрасиво. Курение вредит вашему здоровью. Полиция такая, спасибо большое, очень приятно. Блин, он так классно отыгрывает, не могу. Чё соришь? А ты... А можно мне? Тоже. Жаль. Сорить? Так. Да, хотя бы пару купюр можно. Рыбка жалко. Это в кулере все вы. Давайте тоже в кулере рыбку заведем. Не надо, пожалуйста. Как это на куда будет? Блин, у него сменился этот бит. Он вообще дышит? Я, да. Нет. Я не успеваю в этот момент, когда он может дыхание взять. Мне кажется, вот мы слушаем, и постоянно идет говор. Он дышит ушами. Он уже давно не тренировался. Шуго, блядь, шуго. Это Юнги и Шуго. Да. Биполярич. Блин, какой крутой. Отдай. Офигеть. Блин, ты тоже уже перевод, так не особо понятно. Ты для этого и больно, да, стало? Нет, я просто весь абсурд ситуации упаджал стопку денег одной сигаретой. Не мое. А, я не могу. Жесткач. Красиво горит. Вот это да. Откуда мне пистолет? В бочке нашел. А, ой. Убил сам себя. Мне кажется, что эти клипы, знаете, это какая-то очень дорогая психотерапия. Ну, типа, ну, нет, он типа так, ну, я не знаю, может, ему психолог посоветовал так от биполярки лечиться, я хрен его знает. Как будто он пытается прожить какую-то травму и вот каким-то очень изощренным способом это делает. Я как будто очень жесткий триллер посмотрела. Да он продолжает, сейчас фильм будет. Ну, про романтики? Нет. За шавермой пришел. Даже не знаю, к чему отнестись, по романтики. Простите, все тихо.
Это тоже пистолет сейчас будет. Опять палочки. Маленький. А это все палочки, да? Пистолетик. Пистолетик маленький. Вау. Блин, это очень круто. Марина, у тебя очень горячая коленка. Крутим барабан. Говори. Вообще максимально, абсолютно заметно хронология какая-то, как это... Из клипа в клип у Агуста Ди повторяется вот эта тема с его двумя личностями, с его шрамом. Возможно, армии уже тоже накатали какую-то супертеорию по этому поводу. Я уже высказалась. Мне кажется, он так какую-то, ну, типа, это очень дорогая психотерапия. Он через эти клипы что-то пытается в сознании. Может быть, он пытается это сделать не для себя, не для собственной психотерапии, а, ну... Таким образом помогает людям, которые с этим сталкивались. Ну, в общем, очень интересно. Я очень люблю его треки, я люблю его микстейпы. И, ну, вот в недавних камбэке немножко был сменен вектор их музыки. То есть довольно сильно поменялось их звучание, довольно сильно поменялись их камбэки. Вот, ну, ням-ням-ням. Вот, а Агуст Ди, он как остался вот в своей стилистике, так и прет. И у него очень действительно крутые треки. И что я очень рада, что сейчас я не очень близка к музыке BTS, но я очень близка к микстейпам Юнги, к микстейпам Хасока. И жду, надеюсь, нам Джун тоже что-нибудь запостит. Очень давно не... Ждун, да. Мне очень всегда нравится эстетика вот этих корейских переулочков. И несмотря на то, что это, мне кажется, это больше все равно японская тема с мафиози и так далее, но именно вот то, как они это показывают, ему очень идет эта стилистика, несмотря на то, что мы все шутим про то, что у него очень кошачье лицо, вот, он выглядит очень в своей тарелке. Вот. Но, конечно, я не ожидал, что прям так жестко клип начнется с драки, с убийств, с курения и так далее. Прям такая фига себе. Но это здорово, что он не боится это показывать, потому что корейская культура, она обычно такое не очень приветствует, они обычно это банят, но тут ты не можешь по-другому показать то, про что он поет, про что он читает, если не использовать именно это таким образом. Насчет того, что вот Солер как раз сказала по поводу того, что Юнги сейчас в последнее время показывает себя с той стороны, где Корея именно до этого запрещала. Я недавно наткнулась на пост, где как раз Юнги выступал на сцене, и просто у него на сцене сразу три момента, которые Корея как бы более-менее всегда закрывала. Это алкоголь, то есть шуга всегда, это пивасик такой нормально, это просто средний фак, и средний фак, средний палец, и фах тоже. Отлично, да. И это, соответственно, вот эти вот все маты и вот то, что сейчас было, грубо говоря, в клипе. То есть он начинает более свободно в этом плане вести себя и таким образом вот как раз-таки также показывает, что хоть рамки есть, но при этом можно вести себя не под чужими ожиданиями, а так, как комфортно и себе. А что по поводу клипа? Для меня это прям тоже же скач полный. Ну, то есть я не любитель такого, но это настолько было здесь, ну, обыграно, естественно, для того, чтобы это было доступно. И все эстетично, все красиво, как бы смысл в любом случае кое-как, но понятен. Поэтому было очень интересно наблюдать, и все локации были очень круто сняты. Сам Шуга, он меня удивляет приятно, потому что я его знаю с очень давнейших времен, и я не особо слежу тоже за бантанами, но сейчас он открывается для меня лично. С какой-то иной стороны, он очень харизматичный, он офигенный дает рэп, как он, как бы, грубо говоря, обыгрывает себя с одной стороны, с другой стороны, это очень круто показано, он прям молодец, не знаю, мне было приятно наблюдать, если бы поменьше жести, а так все в целом очень было круто, на самом деле. Быканула? Раздеваемся, девочки. Бросаем перчатки. Бросайте перчатки, Шуги, да? Это ты ему вызов бросила? Мы умеем съесть палочки, мы умеем, к сожалению. Мне на самом деле в какой-то мере близка его стилистика вот эта, которая прослеживается, наверное, с самого начала его микстейпов. И это очень круто, что он продвигает то, что как бы в их стране запрещено. Что айдолы не идеальны. Угу. Да. В общем, мне нравится такая жесть. Только хардкор. Bye. Пока.